Продолжаем выпуск. 13 новых производств стоимостью 75 миллиардов тенге запустили в Жамбылской области в минувшем году. Об этом глава региона Ербол Карашукеев доложил главе государства. Аким также рассказал Касым-Жомарту Токаеву, что на 2024 запланировано еще 28 проектов. В целом инвестиционный пул включает 69 производств. Их реализация позволит обеспечить работой 5500 жамбылцев. Остановился на предпринимаемых мерах по обеспечению региона поливной водой, проинформировал президента о строительстве социальных объектов, мерах по увеличению охвата региона качественной питьевой водой и газом. Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию области и обеспечению роста дохода жителей.